Уже в эти выходные в Каспийске волейбольная команда Дагестана встретится с аутсайдером первенства коллективом «Трансгаз Ставрополь» из Георгиевска. Игра пройдет в рамках 15-го тура чемпионата России по волейболу высшей лиги. Сейчас в активе махачкалинцев 18 побед, 55 очков и 4-е место в турнирной таблице. У волейболистов из Ставропольского края 3 победы, 9 очков и последняя 11-я строчка в турнирной таблице.